Рекламно-информационная программа Генеральный партнер программы Компания Движения Нефтепродукт Трофей Рыбалка Добрый вечер. Морозный декабрьский вечерок. Пожалуй, отличное время для того, чтобы посвятить его своему любимому занятию, ну или тому, чтобы узнать о своем любимом занятии как можно больше. Это программа «Трофей и рыбалка». Меня зовут Владимир Сметанин. И мы снова сегодня делаем эту программу с экспертом компании «Арсенал» на Комсомольской 8 Василием Мамоновым. Василий, добрый день. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Добрый вечер. Вечер. Да. Мы сегодня находимся как раз-таки в «Арсенале» на Комсомольской 8, и мы предупреждали об этом в прошлом в прошлый раз наших слушателей uh -huh. говорили, что программа будет посвящена тем устройствам, тем гаджетам, которые облегчают существенно, ну, в данном случае, зимнюю рыбалку, мы о зимней рыбалке продолжаем говорить. Мы говорим да. о зимней, ну, немножко коснемся летней, потому что здесь есть что и летом поможет. Uh -huh. Ну, вот расскажу. Вот у Василия эти все приборы, ну, не все, а то, что мы сегодня подобрали для программы, они как раз на столе перед ним находятся. И да, конечно же, видеоверсия будет у этой передачи, появится она на нашем YouTube-канале и на сайте ру, так что у вас есть прекрасная возможность. Взглянуть на те вещи, о которых сегодня в программе Трофея Рыбалка пойдет речь. Ну, еще немножко займу времени, расскажу по регламенту. Как обычно, мы в конце передачи подведем итоги нашего фотоконкурса. Условия и, собственно, прием фоторабот у нас по традиции есть в группе нашей радиостанции ВКонтакте. Снова на этой неделе отобраны три рыболова с их снимками. Они и, собственно, их трофей. И вот кто больше голосов наберет, тот и получит сегодня замечательный приз от тоже нашего друга, от компании алми Это портативная УКВ-радиостанция. Очень нужная штука для рыболовов и для Полезные, охотников. Полезная да, штука. Вот такой приз у нас сегодня. Ну, мы будем озвучивать еще вопрос в течение программы? Да, конечно, мы зададим вопрос. Зададим вопрос. Обязательно. Да, зададим вопрос э, за ответ, на который посредством смс, сразу же напоминаю номер нашего телефона, 8 909 720 101 0, 8 909 720 101 8 909 720 101 0, первый правильно ответивший получит у нас подарочный сертификат от компании «Арсенал». Все верно. Итак, я, честно признаться, с гаджетами, которые облегчают рыбалку и помогают рыболову, практически не знаком. И ты знаешь, я вот как-то по старинке считаю, что надо надеяться на удачу. Вот если ты подготовлен, снасти у тебя хорошие, какой-то прикормку приготовил. Нет, вот ну тебе повезет. Здесь на самом деле от снастей зависит, пожалуй, 50 процентов результативности и успеха Половина в, дела, в рыбной ловле. Если хорошо да, это грамотно да. ты там подобрал снасти, все там здорово у тебя с приманками. Вот. Но для того, чтобы найти место, то есть можно иметь супер снасти, но, извиняюсь, там полоскать их совершенно не там, где нужно, и рыбу мы можем не поймать. Начнем, наверное, с того, что на сегодняшний день современный рыболов, он вот без Электроники уже вообще никуда. Ну, в принципе, как и в нашей обычной жизни, там гаджеты. Га га на рыбалке, нет, гаджеты, если гаджеты если заняли приедешь, уже такую защиты. определенную роль, да, там без них человек уже сейчас никуда. И В рыбалке на самом деле точно так же, потому что э найти рыбу, понять, где она находится, на, там, на какой глубине какая это рыба, ну без электроники никак. Вот. А начнем с того, что нам для того, чтобы. Ну, на надо же доехать до места. Да. Правильно? Очень часто До рыболовные места, да, они находятся в таких местах, куда просто так добраться очень трудно. Мы можем не знать дороги и еще там что-то. Поэтому нам нужен в первую очередь хороший качественный навигатор. Навигатор. Вот. Начнем с этого. И навигатор нам нужен не только на зимней рыбалке, это очень полезная штука и на летней. Больше того, скажу, что там кто предпочитает, не знаю, там за грибами ходить вообще без навигатора, вот ни шагу. Потому что заблудиться в лесу не дай бог, угу. а навигатор нам всегда поможет выйти. Их на сегодняшний день на рынке огромнейшее множество. Есть портативные маленькие, есть встраиваемые навигаторы, которые устанавливаются там в технику, в катера, на снегоходы. Ну вот начнем разбираться, чем они вообще на самом деле могут да. отличаться. Ну в первую очередь. Самый, вот, не знаю, простой, наверное. Это самый... Самая маленькая вещь из присутствующих на столе. Вот самая маленькая да. вещь. Это один из самых, наверное, популярнейших навигаторов это E-TREX 20. То есть, навигатор, который позволяет нам сюда поставить рыболовные точечки, да, uh -huh. то есть вот мы нашли какую-то там коряшку где-то там, еще что-то, да, мы бац сразу же отметили ее, все, в следующий раз уже приехать, приехав на это место ловли, мы точно будем знать, куда нам нужно там поплыть, пойти по берегу, что, ага, вот здесь вот мы ловили, здесь есть рыба. И, и, и это устройство доведет тебя до, конечно, этой конкретной то есть точки. Мы выбираем покажет, покажет на карте. А, маршрутные точки, мы ее там можем назвать, там, не знаю, точка там. Супер окунь, крупная щука. Там щука, да. Вот, все. Соответственно, выбираем эту точечку, нажимаем ОК, нажимаем направиться к, и он нам показывает расстояние, да, и как туда нам попасть. Все очень просто. Ну и дома, когда сидишь, скучаешь по рыбалке, да, можно, заглядываешь. Мо на можно посмотреть. Эх, да. 5 километров всего, да. Вот вот, дальше. Из, скажем так, особенностей и преимуществ вот этого конкретного навигатора, чем хорош? Тем, что он очень портативный, очень легкий, может работать как от аккумулятора, да, точно так же может работать от батареек. Это mm -hmm. на самом деле огромный плюс, потому что есть навигаторы, у которых встроены аккумуляторы, их нужно заряжать. Но если, не дай бог, там у нас что-то произошло, и мы находимся в таком таком месте, где у нас нет электричества, и зарядить mm -hmm. мы его не можем, то, соответственно, аккумулятор на батарейках, это, ну, не знаю, такая огромная помощь. Мы батареечки можем взять в запас. Я правильно понял, Василий, можно и от аккумулятора, а можно и ну, от сюда, Мы можем, батареек, сюда, вот, мы можем да. сюда установить а, либо аккумуляторные батареечки, аккумуляторы, да, mm -hmm. вот, и заряжать их. Mm -hmm. Либо мы можем поставить обычные батарейки. Вот. Которые да. в запасе должны быть, да, на всякий случай. Да, в запасе yeah. всегда должны быть. Из преимуществ дальше противоударные плюс водонепроницаемые. Ну, это основные, Температура воздуха, основные насколько, функции, на, насколько, которые насколько раз Насколько разумно температур, при которых он Но них, ста у них, у, них, стандартно заявлено там, до минус 20, до плюс ага. 50. Но ну, это вот для техники, там, для электроники стандартные ну, Я так думаю, что на своем опыте и проверил уже, да, и испытал во многих уже ситуациях. Проверили и испытали, не единожды, очень часто нам помогал. Вот. Здесь все очень просто. Например, Функционал весь это вот джойстик. А -а -а. То есть вот клавиша управления у нас фактически одна. То есть мы передвигаемся с помощью нее по меню. Мы подтверждаем ей выбор. Все просто справится даже ребенок. Вот. Но э у этого навигатора есть, скажем так, минусы. Первый ⁇ это недостаточно высокое разрешение экрана. Сам экранчик достаточно маленький. Большой. У него есть функция подсветки. Мы можем включить там в темное время. Все будем видеть. Все хорошо. Вот, ну вот он такой простенький. Например, следующий вариант, вот такой вот уже побольше, ага. да? Это Oregon 700 и следующая модель из плюсов. Ну больше у нас экран, выше разрешение, цветной, да, соответственно, ага. если там вот эти черно-белые, то здесь у нас цветник уже получается. Он полностью сенсорный. То есть у нас отсутствует клавиша. Ну, как на кроме... смартфоне, да, мы Да, то есть, есть только клавиша включения, остальное все сенсор. Из преимуществ вот здесь, если, скажем так, ну, вот такой навигатор мы можем назвать, ну, не знаю, обычным трекером, да, то есть мы видим там свой трек, как мы идем. То есть, минимальный функционал. Минимальный да. функционал, то вот в, так... в такие навигаторы мы уже можем, и это очень важно, особенно для рыболовов, на незнакомом водоеме. Собираясь на незнакомый водоем подготовить ну, вот подготовка, когда идет mm -hmm. к рыбалке мы сюда можем закачать а, так называемые карты глубин водоема, на который мы едем. Uh -huh. а, у, это, заходим на официальный сайт, выбираем, там это все есть. Но это стоит программное обеспечение там, определенных а, денег. Uh -huh. Закачиваем карты глубин, мы можем закачать, например, там чуть ли там не всю Россию, все и у нас каждый там а водоем. Кировская область непосредственно да, наши водоемы Есть, тоже есть. есть. И вятка есть, вятка, и вятка есть, 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 в том числе. Вот, соответственно, закачиваем, приезжая уже на незнакомый нам водоем, а это очень важно, например, для рыбалки в том же Камском устье, вот популярнейшее да, место. О котором мы говорили уже, уже да. в предыдущем. Да. Огромный водоем, где искать рыбу. Когда у нас есть карты глубин, мы уже четко можем видеть, что ага, вот здесь вот у нас пошел там какой-то свал, вот здесь у нас там стало мельче, вот здесь у нас стало глубже, мы видим все затопленные озера, мы видим устья речек этих затопленных, mm -hmm. мы видим овраги, мы видим какие-то канавы или еще что-то, и реально вот на незнакомом водоеме мы с помощью вот этого прибора сможем... Ориентироваться, так смотрим, ага, вот здесь, вот там, например, 8 метров, и вот здесь стало 15, mm -hmm. вот здесь идет свал. Смотрим, что сюда там подходит какая-то речка. Очень интересное место. Все, давай едем туда, ну, ставим как, точку. Как правило, место впадения, да, о чем да. мы говорили раньше, это Двига... точки зрения, да. Рыбалки. Двигаемся туда, приезжаем, пробуем ловить рыбу. Да, клюет все здорово, все, точку отметили, для себя поставили. Либо мы пришли, там пробурили лунку, отпустили блесну, там зацепились в корягу. Мы понимаем, что здесь коряжник, все здорово. Здесь есть символы, мы можем отмечать точечки, да, можем поставить рыбку, можем поставить коряшку, mm -hmm. там еще что-то, и для себя уже понимаем. <свят> Трофей. Рыбалка. На самом деле люди там годами собирают вот эту информацию и потерять такой прибор там для рыболова, <свят> не знаю, это уже вот конец света так все да. там. Да. Вот. Насколько просто или не просто <свят> разобраться вообще с этим прибором? Просто ты столько информации вот озвучил и. Если а Навер... сейчас, наверное, уж все там пользуются смартфонами. Ну, даже ребенок сможет здесь разобраться. Функционал mm -hmm. очень простой. Интуитивно, да, как говорится. Вот да. один раз включить Понятно. меню полностью на русском языке всегда. То есть здесь проблем не возникнет. Например, следующий вариант. Ну, чем могут отличаться, да? То есть вот такой вот уже серьезный так, большой. Такая ну, уже такая. Серьезный большой аппарат. Вот из преимуществ, ну, как там, называется, раз уж мы это у нас наименование GPS предыдущий. MAP 66 S uh -huh. тоже Garmin. Значит, из плюсов что мы здесь получаем? Еще больше экран, лучшее разрешение, соответственно все те же самые функции, которые у нас есть здесь, мы можем загружать карты глубин, все, все, все. Но дополнительно мы получаем функцию там барометр, uh -huh. компас термометр, мы можем мерить скорость, да, там, спидометр, угу. есть там таймеры. Например, вот такими штуками очень часто пользуются, например, спортсмены на соревнованиях, когда у нас там жестко ограничено время. И, например, с вечера вот забивают себе маршрут, по mm -hmm. которому они будут двигаться и ловить рыбу. И, например, и все это согласуют по времени по еще. Да? Согласуют mm -hmm. по времени, совершенно верно. То есть на этой точке мы стоим 20 минут, потом у нас там переход 10 минут на следующую точку. Все-все-все забивает. Mm -hmm. И когда у нас включен вот этот вот прибор, он лежит там где-нибудь в катере, э -э прошло 20 минут, он нам подает звуковой сигнал, мы понимаем, что все нам прекращать нужно время. Mm -hmm. Сниматься На и этой точечке дальше. кончилось, mm -hmm. мы летим дальше. Вот, тут такая штука. Ну, разумеется, тоже в воду его можно случайно. Противоударные, в воду не да. Все вытерпит, здесь, все выдержит. Здесь все хорошо. И вот, Обособленной группой стоят вот такие вот. Вот такие вот. Это наклеечка сверху на экране. Да, защитная это, Просто это защитная пленочка угу. такая на экране. Это Монтана 610 от компании Гармин. Плюсы в чем еще больше экран. Соответственно, детализация всего вот. То, что мы там uh -huh. карту, например, глубин туда э, занесли еще больше, э, значит, может работать как от внутренней сети, ну, то есть батарейки, аккумуляторы, uh -huh. да, точно так же может работать от внешней. И вот такие приборы очень часто ставят на снегоходы, и у oh. них э, повышенная функция защиты, то есть они реально там могут работать до минус 50, там, без проблем. Uh -huh. Uh -huh. А в снегоход... Uh -huh. перед 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 перед, перед, перед водителем, да, так, водителем да, так, вот перед, он устанавливается перед он уже соответственно запитывается от сети снегохода uh -huh. да он уже работает так то есть мы не тратим а, заряд аккумулятора который здесь установлен ну, кабель-то, я думаю, прилагается. Да, конечно. В комплекте. Есть, там что есть в комплекте. Единственное, что нам нужно будет приобрести дополнительно, это крепление к нему. Угу. Ну, то есть, вот, саму струбцину, на которую угу. он будет крепиться, ставится сюда. А также у него функционал какой? Если мы его используем как ручной, вот мы держим его в руках угу. вот так, да, например, мы его переворачиваем, функция автоповорота экрана у него а, работает. Ну а, на смартфоне. Опыта, же, точно да. так же. То есть, он поворачивается, и мы уже можем там в горизонтальном в горизонтальном плоскости там работать. Uh -huh. Он полностью сенсорный, точно так же у него есть только одна кнопочка это включение экрана, ну, включение, вернее, самого прибора. Все, есть компас, есть спидометр, точно так же, термометры, барометры, uh -huh. и все-все-все. Uh -huh. То есть один из самых таких вот популярных приборов именно для рыболовов, которые передвигаются на технике, их очень часто ставят и в катера. Да, ну, угу. хотя вот в катер, например, это спорно, потому что современные там, летние холоты, да, там есть все те же самые функции, то есть там все полностью угу. и GPS, и все-все-все, но тем не менее ставят как резервным, потому что бывает, что выходит из строя основная техника, и нам нужно э -э, вот это. Ну, как раз Да-да-да. необходимо это застроить. Вот. Ну, еще раз подчеркну, что на большом водоеме. Когда мы еще на незнакомом водоеме, например, мы приехали, мы не знаем мы ищем рыбу сами. Очень полезная штука с точки зрения там, вот, точечек всего. Ну и обязательно это просто мой совет: обязательно ставьте точку возврата. То есть, откуда вы стартанули? Вот там мы ставим точку возврата, потому что на больших водоемах очень часто погода изменчива, там в течение часа может начаться такая метель там в метре ничего не видно мы находимся там за 20 километров от берега и понять в какую сторону нам нужно возвращаться очень трудно были случаи когда люди блудились потом там в ночь их искать ну угу. то еще занятие заботьтесь опять же о безопасности своей безопасности не заставляйте, там, поисковую бригаду да да да, да. Потом работать. То есть, э -э этого не нужно поэтому вот мы прям стартуем поставили точку все точка возврата дом угу. у нас есть мы знаем куда нам ехать мы всегда к ней вернемся. Угу. Навигаторов все больше нет у нас, да? Ну, сейчас навигаторов да. у нас на самом деле ну вот да, там вот как сзади сейчас. стоит огромная огромная куча, но функционал у них плюс минус одинаковый, они могут там отличаться как раз там больше еще диагональю, а по функционалу вот это вот основное, что стоит на что стоит обратить внимание. Поэтому если вы выбираете навигатор только лишь для того, чтобы там поставить точечки какие-то свои там забить и вам не нужны там карты глубин или еще что-то, я советую ну Самый простой mm -hmm. вариант это вот U-Trex e 20 это, наверное, уже такая классика жанра никогда не подведет всегда принимает у него кстати очень хороший прием он очень здорово ловит спутники поэтому я просто хотел еще попросить осветить ценовую категорию я не имею в виду вот показывать вот, вот этот столько стоит вот этот столько а вообще в принципе бюджетные модели ну вот в какую сумму от, можно от, 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 10 от 10 до 10. там 50 можно деш... есть дешевле есть ну. там например там 4 5 да но там уже вообще там не знаю черно-белый маленький маленький экранчик по которому там пере помещаться не очень. Uh -huh. Хороший навигатор это где-то вот 80 тысяч, и уже там тысяч до 50, вот uh -huh. как я уже, да, мы скажем так, до начала передачи разговаривали, есть навигаторы для охотников, да, у которых есть функция там GPS-маячка поиска, соответственно, дополнительно приобретается uh -huh. ошейник, там, для собаки да. мы надеваем. И для пса охотничего, да. Он там побежал, и мы уже можем четко там следить, где находится uh -huh. наша собака, и что к чему, и куда, и Хорошо, еще Зачем? последний вопрос. Сколько техник это работает, вот, судя по твоему опыту? Вот такой навигатор, да, он у меня, вечный, вот, вот такой навигатор вечный? у меня трудится уже 6 лет. Ага. И вполне устраивает. Вполне. Угу. Хорошо, но, ну, видимо, мы переходим уже к, а к, вот к следующей Дальше ряду. мы перейдем к рыбопоисковой технике. рыбопоисковой. Да. Мы, скажем так, уже пришли. Приехали, приплыли на точку. Навигатор нас привел туда. Навигатор он, нас привел. Да. Все, мы приехали на снегоходе. Мы сейчас говорим о зиме, приплыли, убираем. Вот, соответственно, мы приехали там на снегоходе, пришли пешком, все, вот она, точка, перед нами. Нам нужно определиться вообще понять, есть ли здесь рыба. Это раз. Нам нужно узнать, какая глубина вместе ловли, если мы приехали это, это, на это не... один из неизвестное фактор. место. Если как как делали раньше, ну бурили много лунок, да, там брали удочку, не знаю там отпускали мормышку ну, да. там блесну там или еще что-то, потом переходили по этим лункам, замеряли там сколько у нас где мельче где глубже стало. Ну зимний день он короткий Конечно. сам по себе. Поймать рыбы хочется, поймать крупную рыбу хочется, поэтому сейчас что на летней, что на зимней рыбалке без эхолота вот точно никуда. Поговорим о эхолотах, которые используются для зимней ловли. Именно для зимней. Да. Именно для зимней. Значит. Их, как правило, отличает, насколько я понимаю, спусковой механизм. Который... Ну вот не у всех. Нет, не у всех. Ну, не у всех, но вот начнем. Хорошо. Самый, наверное, распространенный эхолот. Это один из. Если не первый, наверное, даже, который появился на рынке и который вызвал там какой-то бум, это практик. Их сейчас есть несколько модификаций. Это российская фирма? Прям да, совершенно да, верно. Вот у меня сейчас R6 Pro 2, уже обновленная серия. Значит, чем хорош? Ну, во-первых, это очень портативная, угу. портативная штучка. То есть у нас вот сама, скажем так, голова, да, и холотов, в которой у нас расположен там экранчик, клавиши управления, все, и датчик. Который находится на проводе. Mm -hmm. Значит, многие думают, что вот провод должен там быть чуть не 20 метров в Друзья, нам отпускать эхолот ко дну не нужно. Нам достаточно отпустить его только под лед. Поэтому mm -hmm. вот здесь длина кабеля там порядка 3 метров. Этого хватит это с запасом. Это с запасом. Причем запас. с сильным запасом этого хватит абсолютно везде. В, наших, в нашем регионе там, ну, метровый лед бывает, наверное. Mm -hmm. Да, но здесь хватает. Из плюсов то, что это все очень портативно, это очень легко. Данный холод работает от одной пальчиковой батареечки, которая вставляется вот в сам датчик. Он откручивается, ага. туда вставляется одна пальчиковая батарейка и работает. И самое, что интересно... Обычная, соляная или а, все таки нужно получше? Абсолютно потом? любую. И самое, что интересное, от батарейки он будет работать... Ну, месяца два. Ох, ничего себе. Ну то есть он Настолько п -п потребляет очень мало. Небольшое энергопотребление. Потребляет что очень мало. Экономичное в этом плане. Вот, а, значит, а, что заявляет производитель? Вот он не отпугивает рыбу, это на самом деле зимой очень важно, потому что рыба находится в таком, ну немножко заторможенном состоянии. Mm -hmm. Как работает эхолот? холод? То есть он, вот так если его включить импульс. и вот так вот поднести датчик, он щелкает он, mm -hmm. такие щелчки. Mm -hmm. То есть он импульс mm -hmm. выдает. И, например, если там летний холод отпустить в лунку, да, который там рассчитан на большие там, глубины, большие на скорости там, mm -hmm. с боковым сканированием или еще что-то, ну, реально бывает такая штука, что ну, рыбу вот он может отпугивать, то есть вот своими там электромагнитными вот этими излучениями, mm -hmm. которые он дает. Ну, возможно, но тем не менее, вот производитель здесь заявляет, что это так. На практике проверено, потому что вот мы, например, рыбачим, у меня всегда в лунке находится вот датчик этого эхолота, и в этой же лунке я ловлю. Я вижу, как у меня подходит рыба к приманке, я вижу свою приманку. Uh -huh. В первую очередь мы его используем для того, чтобы ну, промерить глубину. То есть нам достаточно отпустить в лунки, мы понимаем, что здесь там 6 метров, вот мы прошли там 3 метра, отпустили угу. здесь там у нас 5 метров, вот он перепад, мы начинаем бурить лунки. Это индикация на экране, она, это все понятно очень, да? Здесь будет Принял. шкала, и будут, будет видна глубина, угу. будет видна линия дна. Линия дна. Угу. И самая-то важная функция вот этого эхолота, мы, во-первых, видим рыбу. Видим рыбу, то есть она будет такими у нас. Силу... Силуэты, да, такие? Ну, нет, она такими полосочками здесь рисуется. А, то есть, вот мы понимаем, что у нас рыба, мы видим, на какой глубине рыба. Угу. Это очень немаловажно. То есть мы понимаем, на какой горизонт нам нужно отпускать приманку. Да. вот И самое классное то, что этот эхолот очень здорово видит э, нашу приманку. <свelt> <свelt> то есть вот мы прям мы, мы, мы пробовали, нет, она вот такой вот полосочкой появляется, а -а -а -а. да, точ точечка, которая падает, то мы начинаем Можно поднимать по этому прибору прям к носу рыбы. <в Hola> опустить вот, 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 вот. И значит вся интересность то в том, что мы здесь уже видим, как рыба может подходить к нашей приманке. То есть пугается она нашей приманки, не пугается, бывает, что мы там начинаем неправильно играть там блесной или балансиром, рыба разбегается. Вот. Аппетит портим рыбе. Вот. Ну, возможно. Значит, соответственно, мы это все видим на экране. Люди пошли дальше. То есть существует специальное, например, крепление на ногу. То есть вот мы вот эту штуку Саму угу. крепим на ногу себе. Ну, потому что датчик... рыбалов сидит. Да, находится. датчик Таящики. у нас там лежит в, кар... в кармане. Ага. Все, мы идем, пробурили там серию лунок, например, 10-15 лунок. Подходим, датчик бац, в лунку. Тут же отпускаем приманку, начинаем игру. Видим, что у нас там рыба, например, от одна поднялась. Угу. Там да находится около приманки. Мы понимаем, мы уже мы ждем поклевки, мы понимаем, что вот сейчас у нас может произойти угу. то, зачем мы приехали на рыбалку. Мы можем поймать рыбу. С помощью этого же прибора очень здорово искать, например, стаи того же леща. Да? вот когда мы ловим то, что касается рыбалки на судака, когда мы ловим судака, нам нужно найти его кормовую базу, нам нужно найти вот это огромное стаи. Ну, белую, белую какую-то рыбу, да. да. И, соответственно, все, мы ищем, мы ходим, вот там прям бурим много-много лунок, ходим, смотрим, ага, вот здесь есть стая рыбы, и все, мы здесь, в этой лунке начинаем ловить. Да. А плюс этот эхолот нам позволяет а, понять, насколько долго нам нужно стоять на лунке. Вот если бы у нас не было никаких приборов, мы, например, отпускаем, там блесну, начинаем, играем, играем, там 5 минут прошло, поклевок нет, мы думаем, что ну, рыба может есть, она не реагирует, mm -hmm. начинаем менять приманки или еще что-то, на самом деле там рыба-то может... Это да, зависит от темперамента рыболов. Дома, да, если он... А вот рыбы то может и не быть. Поэтому вот такой прибор, он очень упрощает рыбалку и ускоряет ее. То есть, например, вот с этим прибором я там больше минуты, там, двух на лунке вообще, в принципе, и не застаиваюсь. Пришел, пробурил, отпустил, поиграл поменял горизонт, посмотрел, что подходов нету, никакого там вообще жизни нету, движения нету, ничего, все, пошел на следующее. И это упрощает и поиск, это расширяет поиск, mm -hmm. то есть мы за день можем там пройти огромное количество лунок и все-таки найти активную рыбу и поймать ее в конечном итоге. Василий, я, может, прослушал, или мы еще об этом не говорили, насколько большую акваторию он сканирует. Он сканирует под лункой, но там все зависит от, непосредственно глубин, под, от лункой. Вот, под лункой, да. все зависит от глубины у него, ну, то есть датчик светит таким фонариком, да, то есть там uh -huh. есть угол захвата. Ну вот я скажу, что на глубине где-то примерно там метров восемь он захватывает вокруг лунки ну метра полтора-два. Uh -huh. Ну то есть вот такой вот пятачок он может осветить. Uh -huh. Соответственно, этого хватает нам понять, есть там рыба или нет. Uh -huh. Вот это был, наверное, вот ну самый такой популярный эхолот, на сегодняшний день таковым еще и остается, но все же пошло дальше, uh -huh. все же начало развиваться. Соответственно... Мы уже к следующему прибору переходить будем. Да. да. Я просто предлагаю сейчас сделать небольшую рекламную паузу. Время подошло для этого. Я напоминаю, что мы находимся в магазине «Арсенал» на Комсомольской 8 и с экспертом компании «Арсенал» Василием Мамоновым сегодня беседуем о тех гаджетах, о тех устройствах, которые значительно облегчают зимнюю рыбалку. Поговорили подробно о навигаторах. Сейчас говорим об эхолотах и продолжим нашу беседу через полторы минуты. Трофей, рыбалка. Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». В эфире программа Трофея рыбалка». У микрофона Владимир Сметанин, Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Продолжаем разговор о устройствах, которые помогают рыболову зимой, не только зимой. Напоминаю, что генеральный партнер нашей передаче компания ⁇ движения «Нефтепродукт». Без движения нет ужения. И вот мы двигаемся, двигаемся. И сейчас готовы выслушать еще, так сказать, руководство ну, к одному да, из устройств. Значит, все, все у нас пошло дальше. Соответственно, рыболовы стали более требовательны, скажем так. Рыболовы, а не рыба? Да, рыболовы, рыболовы. Вот они стали более требовательны, соответственно, начали на рынке появляться интересные приборы. И вот одним, наверное, из самых таких интересных и необычных это вот 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 и холод uh -huh. наручный. То есть он из себя представляет вот такие вот часы, которые надеваются на руку, соответственно, нам уже не нужно крепление там на ногу, uh -huh. на там или еще что-то. И вот такой вот датчик, который, если мы обратим внимание, на нем нет абсолютно никакого провода. Uh -huh. Он беспроводной. Связь по Связь? Bluetooth? Блютус, да, все совершенно а, верно. Ага. Вот, значит, работает точно так же здесь вот все у нас откручивается, сюда вставляется элемент питания, то есть это вот обычная такая часовая плоская батарейка. А, ага. Причем ее хватает на какое-то сумасшедшее количество времени. Все очень герметично. Этот датчик нам нужно просто там, ну вот какой-то там веревочкой там привязать можно просто в лунку отпустить uh -huh. положить то есть то он, не там, утонет. он не утонет он да. будет вот так вот у нас да -да -да -да. таким да. пароходиком плавать соответственно все те же самые функции что здесь но плюсом мы получаем вот здесь уже цветной дисплей uh -huh. если здесь у нас там черно-белый то здесь у нас цветной дисплей это функционал ну удобство то что у нас это вот все там на руке uh -huh. все uh -huh. портативно очень точно так же мы видим здесь глубину мы видим подходу рыбы вот он, скажем так, не прорисовывает нам дно, ну, вернее, линию дна есть, но рельеф там, но не ну, очень так подробно, не очень подробно, ну, в силу того, что дисплейчик достаточно небольшой. Вот из плюсов вот этого прибора он может использоваться не только зимой. О, то есть мы можем в свободное плавание вот этот датчик ну от, от, свободное отправить в, в свободное это плавание мы можем отправить один раз его и больше не вернуть, а здесь все проще Проще как Мы приезжаем на рыбалку и вот под такие холоты их несколько там разновидностей есть вот о следующем поговорю угу. дальше Значит мы с собой берем самый дешевый дубовый спиннинг так. На который ставим дешевую катушечку Обычную там монолеску угу. Ну достаточно толстого диаметра Без заморочек Вот и вот эту штуку мы просто закидываем И используют ее летом используют для того, чтобы очень часто вот такие холоты покупают, на самом деле, не спиннингисты, а поплавочники, uh -huh. либо федеристы. Для того, чтобы, скажем так, холостыми забросами там не промерять глубину, uh -huh. Uh -huh. не промерять там, где бровка началась, там, где, или еще что-то, запускают вот эту штуку, то есть сделали там заброс поплавочной удочкой, определились, что, ага, вот здесь вот мы будем uh -huh. ловить в проводку, там, не знаю, там, на удалении 10 метров от берега. Берем вот эту штуку, забрасываем, он у нас по течению плывет. Мы сюда смотрим. Что ага, вот здесь у нас там глубина была 5 метров, здесь uh -huh. стало 4, uh -huh. ага, вот здесь вот у нас пошел выход, вот здесь вот ямка. И мы уже ищем перспективные места. Значит, просто. Значит, туда и нужно забрасывать, Да, просто прямо передвигаясь прямо. по берегу. Все, без проблем. А дальше вот такие штуки используют, например, рыболовы, которые ловят на маленьких каких-то там грибных лодочках, когда нужно там пешком идти, например, до какого-нибудь там озера и эту лодку там в рюкзаке нести на себе. Mm -hmm. Большой эхолот там с аккумулятором, с датчиками, проводами и со всем оставшимся, ну, не потащишь, ну, это конечно, достаточно да. тяжело. Поэтому берем вот такой вот эхолотик, все, приехали, и уже там на водоеме мы сможем точно так же э, промерить там глубину, понять, где стоит рыба, увидеть нашу приманку, ну, там, да. все оставшееся. Радиус действия это большой между вот базой и этим датчиком. Вот здесь? Да. До 100 метров. До 100 метров. А, ну это вполне достаточно. Ну, вполне. Того, чтобы, да. mm -hmm. Вот, поэтому у него есть еще одно применение, не только зимнее. Вот поэтому uh -huh, такая штука uh -huh. появилась, она пользуется огромным спросом, удобно, компактно, маленькое все. Василий, ну там часы-то есть. Часы, часы есть. Есть Просто есть. мы на руку уже надеемся. Нади часы, да. часы есть. Часы есть, все. Можно покупать как часы. Вот. Но на самом деле все у нас не стояло на месте, все двигалось дальше. Uh -huh. И появились у нас вот такие холод Вот это самый холод. Вот это? Да. да это, больше напомина неё... это напоминает какой-то поплавок и все. Бо больше у него ничего нет. Он связывается по Wi-Fi с ага. нашим гаджетом, мобильным телефоном, со смартфоном, смартфоном, со смартфоном, все. И то есть экран смартфона либо планшета мы можем использовать как экран нашего эхолота. Ага. Приложение, видимо, нужно какое-то ставить, да? Все На там смартфон. все устанавливается, ага. там есть инструкция, все. тут даже вот там пароль Wi-Fi есть ну, и все у нас показывает. Да. Вот эти холоты, на самом деле, как только появились, ну, поделись, они поделись, как они в деле -то? уже опробовали. Вообще супер. Да? Вообще супер. Они произвели на самом деле такой фурор на рынке потому что если вот эти вот варианты нам просто там показывали дно там mm. или еще что-то то вот эти холотики тут на коробке то у них там есть такая картинка не знаю там видно будет не видно то есть они реально уже прорисовывают а, нам дно все ясно вот они уже показывают рыбу mm. и например их точно так же летом используют точно так же этот поплавок мы закидываем да, да все да. мы его забрасываем вот он когда плывет он нам реально показывает рельеф он нам может показать какие-то коряшки он нам показывает где стоит рыба все 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 то есть вот они пользуются бешеным популярностью и точно так же мы его используем зимой mm -hmm. то есть нам достаточно нашего смартфона который лежит в кармане и вот этой штуки мы подошли в лунку ее бульк все там ага, посмотрели рыба есть все начинаем можно, ловить. Можно удить. А, да. Точно так же он у нас лежит в луночке, мы вместе с ним там ловим все без проблем. А, питается, точно, а, значит, вот здесь вот у него там все вот так вот откручивается. Ага. У него свой встроенный аккумулятор. Здесь вот клавиша включения, то есть вот мы его включаем, все загорается синкий огонек. И, соответственно, он, он работает, заряжается от внешнего, да, от внешнего заряжается источника. От питания. Внешнего источника ага. Блок питания в комплекте. Все герметично, водички не попадает, все здорово здесь. Ну вот. Не знаю, наверное, один из самых таких вот, Но для меня. Неожиданно, честно говоря, очень, для меня очень что, универсальных. Что это можно увязать э со смартфоном, со своим. А, кстати, Android, iOS. Без разницы. И на то, и на то, то, то и работает, да, платформа. И так, и так. Угу. Вот. Не знаю, одна из самых универсальных штук, ну, которую да. вот, вот точно я вот, у меня есть. Ясно. Ну, не могу не спросить, ценник это вы удовольствие. 10 тысяч. 10 Ну, вот конкретно цифру. эта модель стоит 10-200. А, есть у них модели чуть дороже, которые еще более детально прорисовывают дно. но я считаю, что а, вот такого варианта его хватает там, в 95 угу. случаев угу. из 100, угу. где мы можем его применять. Опять же, очень часто покупают фидеристы, покупают поплавочники. Угу. А, спиннингисты не так часто, но тем не менее, а вот зимой он пользуется спросом реально. Слушай, ну, ну, ну человеку, который изобрел это, я предлагаю. Что-то поставить впоследствии, да. Вот. Ну, вот, вот, вот как такая увековечить вот, его память. Вот такая штука, которая mm -hmm. очень, очень упрощает рыбалку, очень полезная. Интересно. Вот. Интересно. Это то, что касается зимних эхолотов, их на самом деле выбор ну не так велик, mm -hmm. да. Вот если конкретно зимняя это практика, а вот это вот они уже такие mm -hmm. более универсальные, могут использоваться и летом и зимой. Ну давай еще раз напомним, раз что подводя итог, да, именно теме эхолотов на что обращать внимание, то есть при выборе эхолота при выборе Осно, холод основные, основные, основные какие-то моменты в, да в, в первую очередь нам нужно понять будем мы пользоваться этим эхолотом летом мы будем uh -huh. ли пользоваться только зимой uh -huh. если мы будем пользоваться только зимой мой выбор однозначно это практика поговорили уже об вот этом самая да? универсальная самая простая штука которая никогда uh -huh. не подведет вот дальше ну, они есть там и с большим дисплеем там и всем 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 я считаю что вот при выборе э, экрана здесь гнаться там за uh -huh. каким-то большей диагональю разрешением не стоит. Вот, ну и самое главное это простота, чтобы была, не знаю, вот мой выбор для зимы это однозначно практика. Uh -huh, uh -huh. Хорошо, но ну, видимо к следующему устройству да будем переходить уже. Да, следующее. Перед тем как перейдем, я все-таки напоминаю, что мы Викторину задумали сегодня вопрос. Uh -huh. Озвучить нашим слушателям, напоминаю, номер нашего мобильного 8 909 720 101 0. Первый правильно ответивший получит подарочный сертификат от компании «Арсенал» в магазин «Арсенал» на Комсомольской, 8. Без вариантов сегодня будет вопрос. Ну, Или можем, с вариантами? Можем с вариантами, можем без. Давай без вариантов. Без вариантов. У нас давай. слушатели весьма подкованные. Они давай делают. Да, кстати, сколько уже, да? два раза без вариантов задавали. Ну да, ну, да. да. так вопрос, Василий. Вопрос. Вопрос будет такой. Как называются современные... Инерционные катушки. А как-то их еще иначе можно называть? Угу. Да. Как иначе называются современные... современные инерционные катушки? Можем дать вариант? Не, не будем. Не будем. Хорошо. Усложним. Не новый да. год же, не, не новый год же еще. Ну, вот на следующий вот вот посмотрим, посмотрим без вариантов. вариантов. Вот да. Если никто не угадает, то да. на следующую недельку перенесем ага. этот же самый вопрос. Хорошо. Пускай думает. Да. Как называется еще? Как еще называются современные инерционные катушки? Хорошо. Ждем ваших ответов. 8 девятьсот девять семьсот двадцать сто Трофей рыбалка. Итак, следующее устройство, о котором Василий в прошлой передаче немножко, по-моему, рассказывал. Или да, это мы, за мы, мы, мы затро затронули чуть-чуть тему вот эту. Это, ставшие очень популярными сейчас, это подводные видеокамеры. Но здесь стоит оговориться, что, выбирая, например, для себя как рыбопоисковый прибор Подводную видеокамеру нужно понимать, что, ну, хорошо она будет работать, во-первых, на водоемах либо со слабым течением, либо с отсутствием такового. Поясни почему? Ну потому что вот сам датчик у нас очень будет далеко утягивать, а -а -а. и мы не будем понимать. Его, конечно, можно у -у -у. подгрузить, можно подгрузить, но здесь есть еще один нюанс. Как правило, на реках, если мы рассматриваем вот нашу область. На течении всегда очень много взвеси в воде, uh -huh, ну, uh -huh. то есть вода не кристально чистая. Ну, в том числе и вятку мы имеем ну, вот виду, да. да. вятки не очень эффективны. Вот, поэтому взвеси в воде много, что-то там постоянно плывет у нас куда-то, и, и вот на самом деле что-либо что там рассмотреть uh -huh. достаточно трудно. Вот, ну и глубина. Глубина, вот эффективная глубина для меня – это, по крайней мере, там, ну, метров, наверное, до 8, вот так. Uh -huh. То есть не, не глубже. А дальше уже? Дальше уже у нас Обзор получается, уже... что, ну, во-первых, и света мало, ага. да. Ну, мы можем включить подсветку. А ну, но ну, ну, мы да, да, поговорим об этом. Вот подсветка, она в некоторых случаях бывает полезная, в некоторых случаях... Да, порт... тоже отпугивает рыбу, Портит, да? портит, портит да. все. Да. Вот. Это, это во-первых. Во-вторых, ну, длина кабеля на камерах там, как правило, от 15 до 20 метров есть, но ну, с таким запасиком. Ну, ага. вот просто уже по опыту использования эффективно использовать на глубине там не знаю 3, 5, 8, ну вот не глубже uh -huh. соответственно если вы выбираете вот такую видеокамеру и ловите там на озерах каких-то да там на прудах то есть водоемы где нет течения очень очень интересная становится рыбалка потому что мы можем понаблюдать за подводным миром мы можем посмотреть например в отличие от эхолота то есть мы отпускаем эхолот видим рыбу но мы не знаем, что за рыба. Ну да, мы, не, мы, мы не понимаем, что это за рыба. Да. Мы пытаемся, например, поймать ее там на блесну или балансир, а там плавают ерши, которые вот ну, не клюют на него. А мы думаем, что да, вот рыба есть, мы ее не можем поймать, начинаем там что-то менять. Здесь мы уже четко видим. Это во-первых. Во-вторых, мы видим фазы активности рыбы с помощью видеокамеры мы можем там понять и увидеть, вот, например, отпускаем, стоит стая окуня, у которого там спиной плавник прижат, он находится в таком полуобморочном состоянии, вот он как-то медленно там передвигается и все. Как правило, вот в такую стаю там можно и мормышки, и блестные, и балансиры, uh -huh. и чего Реагировать угодно. Не Реагировать он не uh -huh. будет. Там за редкими-редкими исключениями, может быть, там удастся одного, там, двух поймать, но не более того. Uh -huh. Либо наоборот, обратная ситуация, мы отпускаем камеру, мы видим, что там окунь активно перемещается, он там прям бегает, все там его большая стая, он активный. Все здорово, начинаем. кстати, Василий, сейчас пример из личного опыта говорит. Да-да-да. Я понимаю. Да-да-да. Вот вы видели, что были такие ситуации. в анабиозе окунь, либо он... Все, а потом... Ну вот он бывает, вот в анабиозе, ты вот находишь лунку, отпускаешь, его там стоит большая стая, он ни на что не реагирует, уходишь, приходишь через час, отпускаешь и видишь, что ситуация кардинально поменялась, он становится активный, и ты ловишь рыбу. Почему это уже другой вопрос? Это уже другой вопрос, это уже в голове окуня. Вот. Точно так же камеры существуют, их огромное количество, но отличаться они по функционалу могут минимально. А, к примеру, там самые простые например, вот, вот такая вот ага. видеокамера, да, это фирма Aquavu. Напоминает а, детскую игрушку, помнишь, были давно-давно. <свят> волк, с волк, который собирает волк, яйца. Да. То есть здесь все очень просто. У нас небольшой дисплей. Небольшой дисплей. Он цветной, есть сама вот сам датчик, да, угу. камеры, вот такая штука, которую мы отпускаем в лунку. Угу. Непосредственно есть кабель. По функционалу вот данная камера, она у нас, скажем так, работает без функции записи, да, угу. то есть мы не можем записать что у нас там происходит. Есть видим онлайн и только онлайн. Видим, видим онлайн да. и только онлайн. Записать мы не можем. А дальше у этой камеры а, отсутствует подсветка как таковая. Uh -huh. Ее вообще нет. Uh, у камер бывают два типа подсветки: есть инфракрасная uh -huh. и есть обычные фонарики. Uh -huh. вот. Лучше всего инфракрасник, потому uh -huh. что он рыбу не отпугивает, но видим мы ее там достаточно хорошо. Uh -huh. вот. Соответственно, такую камеру, выбирая, мы однозначно должны понимать, что там на глубине там, больше 5 метров мы уж, скорее всего, там точно ничего не увидим. Uh -huh. Ну, если не супер солнечная погода и тонкий лед там по перволедочку, где-то, ну, uh -huh. когда, uh -huh. когда, когда uh -huh. попадают солнечные лучи. Вот, поэтому здесь, скажем так, ну все, все очень просто, все очень просто по функционалу мы отпускаем, мы видим картинку, мы можем настроить четкость, uh -huh. можем настроить чуть-чуть яркость уже именно самого дисплея, в большем сделать фактически uh -huh. ничего не можем. Такой минимальный набор удобств. Ну минимальный uh -huh. набор, но тем не менее он существует. Вот, а вот. Следующий вариант, который я беру в руки, это, наверное, это что за фирма такая, чтобы запомнили слушатели, кому, кому, кому нужна камера. Калипса? Калипса, это, это, вижу, это да. такая вот у нас штука. Во-первых, она будет отличаться чем? Тем, что здесь у нас уже большой дисплей, хороший большой. У нас есть функция записи. Uh -huh. А это на самом деле очень здорово, помогает при рыбалке, когда мы проводим какой-то анализ рыбалки угу. дома для есть дальнейшего да анализируем, анализируем да, там для да, себя да. что-то понимаем выбираем все здесь точно такой же у нас находится объективчик вот у этой камеры у нас уже есть функция подсветки угу. причем здесь подсветка может включаться вручную вот есть камеры у которых Принудительно, то есть. да есть камеры у которых есть функция подсветки но она включается автоматически угу. То есть там стоит какой-то датчик освещенности, да, мы, соответственно, отпускаем. Она понимает, что там, не знаю, нам мало освещенности, она ее включает. Врубая, это да. плохо. Mm. Потому что бывает, что при выключенной подсветке видно лучше это на небольшой глубине. Mm -hmm. Но, например, вот сейчас уже когда лед у нас покрыт снегом, достаточно толстым, лучит. -то Попадает света мало, yeah. но тем не менее бывает, что на глубине там 2-3 метра. Вот эта подсветка, она бывает лишняя, она может пугать рыбу. Uh -huh. Просто она нам не нужна, но камера ее включит автоматом. Соответственно, здесь плюс в том, что мы можем уже сами включить uh -huh. либо выключить подсветку, причем ее здесь две, она есть и инфракрасная и обычная такая у нас диодная, и мы уже выбираем где какую мы uh -huh. хотим использовать. Uh -huh. Вот про функцию записи я уже сказал, она здесь присутствует. Дальше из плюсов здесь достаточно широкая менюшка, то есть мы можем настраивать уже параметры самого экрана uh -huh. достаточно хорошо. Значит, что еще там? А, ну полностью водонепроницаемая. Угу. сама по себе Мы можем использовать ее и в низких температурах и там летом где-то если захотим А сколько хватает заряда Василий и такие еще практические вопросы на день Обли... нам... обледеневает не на... обледеневает, не, не обледеневает не. вот эта вот рабочая часть не 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 Сам, на сама, день сама нам камера. хватает на день хватает на день причем угу. ну, фактически там не, заряжается вы... от сети не тоже, выключается да? заряжается да. от внешней сети у нее есть свой аккумулятор угу. соответственно заряжается от нее а, из плюсов это, наверное, одна из самых популярных камер, потому что она очень ну, при большом диагонали экрана угу. она до достаточно портативная и очень легкая. Калипса запомнили? Вот очень да. легкая. Угу. Из преимуществ что еще я хотел, что еще хотел сказать? Да, у него устанавливается USB-шка. Угу. То есть, соответственно, мы можем ее подключить к внешнему воспроизводящему там устройству или вне например, внешнему да. источник вернее внешнему экрану да, да мы можем например ну, взять... на большом домашнем телевизоре можно на телевизоре посмотреть, можем то, посмотреть что еще там что-то да вот и устанавливается micro sd карта у нее есть своя а внутренняя а память она там порядка 512, но можем установить ну, давай конкретный совет дадим все-таки надо не надо дополнительную карточку покупать надо надо да если надо. мы планируем активно записывать если то мы хотим нужна. Мы, мы хотим записать то карта однозначно нужно. нужна угу. потом и не ее подключать мы можем достать карточку включить ее в любое устройство уже посмотреть вот по тому что функция записи вот многие говорят там нужна не нужна вот мой совет, однозначно нужна uh -huh. очень много интересного мы понимаем мы вот так вот обыденно там на рыбалке не можем наблюдать за подводным миром что там и как происходит на самом деле там есть определенные тонкости и мы можем понять там как стоит рыба как она передвигается что она кушает на какой глубине она находится и все вот такое, значит, ну вот здесь в принципе такой достаточно хороший функционал, но сейчас появились камеры, у которых есть еще так называемый, ну компас, да? Компас. Ну то есть вот здесь ага. мы отпускаем камеру, да. вот крутим вот так вот за шнурочек-то. Но мы же не можем понять, вот, вот куда она сейчас заходит. Мы чтобы понять, как мы вообще... Вот сориенти... вообще... В, вот куда куда в она светит Понял, вот понял. — Вот мы, например, ага, вот видим рыбу, но где стоит рыба? Вот там, вот там, либо вот там. Может, сзади нас. Мы понять не можем. Соответственно, на следующих моделях камер уже появилась компас, такая стрелочка, да? То есть мы всегда понимаем, где у нас находится объектив. И, соответственно, куда нужно. Куда, куда в какую сторону <свышит> нам нужно двигаться? То есть вот это мы все уже видим. Вот. Подводная камера очень сильно расширяет горизонт ловли, ну, для меня, по крайней мере, при ловле, там, на жерлице, uh -huh. а жерлицы, как правило, мы как раз и расставляем на такой глубине, там, 2-3, uh -huh. до 5 метров, а подводная камера полностью вытеснила эхолот, uh -huh. а, потому что, отпуская подводную камеру, я точно могу увидеть, на какой примерно, там, глубине от дна ориентироваться, там, понимать, стоит, там, кормовая рыба. Uh -huh. а, мы можем, самое главное, понять, на какую глубину от дна поднимаются водоросли, Uh -huh. А это очень важно, что, потому что мы можем да. отпустить живца в траву, и щука там его просто не увидит, и никогда у нас не клюнет. Вот, мы видим, что там глубина, например, 4-5 метров, и в пол воды у нас там находятся заросли, и, соответственно, на глубину там не более 2 метров под лунку мы уже отпустим. Ну, я видел на том же YouTube множество роликов, записанных с помощью вот таких устройств, и ты знаешь, меня поразило, что разрешение очень хорошее, и качество очень хорошее. Да. И прям люди прикормку тестируют, да, на что среагирует рыба, и все это снимают. Вот. А вот. След... Очень, очень, следующий... полезные, очень полезные данные. Как раз следующий вариант, о котором да. я хотел поговорить, вот такие камеры очень полезны тем, кто ловит не только хищную, но и мирную рыбу. У нас буквально 2-3 минуты. Это вот как раз для тестирования прикормок. Угу. То есть, потому что зимой на самом деле прикармливать очень сложно в плане того, что вот как раз рыба находится в таком вот состоянии и там, например, резкие запахи очень часто, которые вот летом, например, ага. работают, зимой они могут просто отпугивать рыбу. Мы это проверяем. Надо понимать, что рыба, она все-таки в меньшей активности. Вот, то есть зимой, находится, зимой да? больше всего там работают, ну вот сладкие запахи, например, не Сла работают не там работают. вообще. Сладкие ванильные. Ваниль, ваниль там вот клубника, такая, да? да, там вот такое что-то не работает. Хорошо, работает там, не знаю, там, анис, вот, например, mm -hmm. да, ну такой вот запах. А в сладкие запахи, реально, отпускаешь прикормку, все, она там уходит. Mm -hmm. Очень часто там бывает важно, чтобы прикормка была определенного цвета. Да, то же самое там. Мы вот, ну, рассматривали такие ну, варианты. А да, там же свой световой режим специфически. Да? Вот, отпускаешь да. там светлую прикормку, она падает на темное дно пятном, таким и к ней рыба не подходит. Mm -hmm. Ну, то есть, вот такие штуки. С помощью камеры mm -hmm. это мы все увидим. Mm -hmm. Холод, к сожалению, нам этого не покажет. Mm -hmm. Mm -hmm. Камера, ну, интересная штука. Mm -hmm. Ну что, подведем итог? Подведем итог. Да, подведем итог. Тому о чем мы сегодня рассказывали. Для да. хорошего поиска рыбы нам однозначно нужен. Навигатор, ну без него вообще, в принципе, mm -hmm. сейчас никуда. Вот, по поводу того, что выбрать камеру либо эхолот, хорошо бы иметь и то, и то, mm -hmm. но если вы, ну вот мое, по крайней мере, мнение, если вы приверженец достаточно активной ходовой рыбалки, вы ищете хищную рыбу там, к примеру, того же судака, либо щуку, либо окуня. То есть вы много передвигаетесь, огромное количество лунок там подбираем приманки или еще что-то, мой выбор вот в этих условиях это однозначно эхолот. 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 Если же мы занимаемся ловлей на водоемах там без течения, да, активно ловим там щуку на жерлицы, mm -hmm. либо вот белую рыбу, то здесь я, наверное, ну не наверное, а точно бы выбрал видеокамеру, потому что мы там точно можем и, и уже понять, какая рыба там стоит, мы можем точно понять, как она реагирует на наши приманки, и вот это на самом деле немаловажно Поэтому и холод он будет чуть универсальнее с точки зрения там применения на глубинах, течений и всем оставшемся. Видеокамера менее универсальна, но зато очень зрелищно и полезна для уже анализа рыбалок наших. Ну и добавлю, что все о чем сегодня Василий Мамонов рассказал, все это можно потрогать, взять в руки, увидеть проконсультироваться подробно, как это все работает, вам покажут, научат непосредственно в магазине Арсенал на Комсомольской. Конечно, миссии. ассортимент огромный, мы сегодня показали там вот какую-то мизерную часть его, да. Выбор очень большой, консультанты mm -hmm. всегда все покажут, включим. Uh -huh. Расскажем, посмотрим. Так что приходите. Да, приходить. Новый год ведь грядет. Да? Вот, пожалуйста, вам отличные примеры подарков для любителей рыбной ловли. Совершенно как верно. Как любителей, так и профессионалов. Ну да. да. Спасибо. На этом мы завершаем беседу с Василием Мамоновым, экспертом компании «Арсенал». Через буквально несколько секунд итоги нашего фотоконкурса подведу и узнаем имя победителя. Трофей. Рыбалка. Напомню, что на кону портативной ВКВ радиостанции Баофенк uv 5 r от магазина Алми на Октябрьском проспекте 155. Забегая вперед, скажу, что фотоконкурс наш будет продолжаться и далее. В частности, в следующий четверг, в следующей программе «Трофей рыбалка» будут разыграны 30 литров бензина «Ультра-92» от генерального партнера нашей передачи компании «Движение нефтепродукт». Ну а сегодня в розыгрыше участвуют три рыболова. Александр Булдаков, Иван Харин и Паша Рихалов. По традиции я лично не голосую до последнего момента, и пока не знаю, кто же там победил, кто набрал самое большое количество голосов. Сделаю это прямо сейчас. Я решил нажать на фото Ивана Харина, потому что нравится его трофей. Это щука приличных размеров, которые у него в руках. И так кликаю по соответствующему варианту. Ну что, я, я победил. Вернее, победил Иван Харин и те, кто голосовал именно за его фотоснимок. Иван, вам и достается у кого радиостанция от магазина Ауми. Кстати, отличная штука. Сам Пользуюсь именно такой. Устойчивую связь обеспечивает на достаточно приличное расстояние, причем абсолютно бесплатно. Но тут надо понимать, конечно, что общаться допустимо только на разрешенных для гражданского использования радиочастотах, но это уже отдельная тема для разговора. Я благодарю единственный в Кирове-магазин которые который находится на Октябрьском проспекте 155. Это прекрасное место для того, чтобы выбрать великолепный новогодний подарок и себе, и любимым, и родственникам, и друзьям все, что светит, звучит, вещает, принимает передает приборы, инструменты, радиодетали, светодиодная лента комплекты видеонаблюдения и так далее. Телефон Алме 21 40 40. Ну а что касается розыгрыша подарочного сертификата от компании Арсенал, то человеку, который первым дал правильный ответ посредством смс на вопрос, озвученный Василием Мамоновым, я позвоню уже завтра. Не переживайте, ни в коем случае ваш сертификат никуда не денется и обязательно достанется вам. Итак, на этом программа Трофея Рыбалка на сегодня завершена. Завтра на на нашем сайте и на нашем YouTube-канале появится видеоверсия. Будет очень-очень интересная она. Ну а повтор этого выпуска программы Трофей-Рыбалка выйдет в воскресенье в 16 часов. На этом все. До свидания, трофей Рыбалка.